Seven Noobs. Соник сам себя не убьет. Надо доканывать его. Так что продолжаем. Вроде разобрался я с проблемой. Но причину я не выяснил. Ачивка ждет Тора? Так, надо вспомнить, что тут к чему. Ой, так, управление, о чем вообще? Давно не играл. Так, сегодня 27 апреля. Я просто говорю, чтобы, ну, потом на записи было. Ой, сейчас он как покажет, действительно, мне, я же отвык вообще-то его траектории этих прекраснейших. А, да, я же ее взял, кстати, эту ачивку. Причем я не помню, как она называется, он как-то... Ой, перепутал кнопку. Ой, это что такое было? Это нечестно. Запомнили, сколько у меня смертей было на старте? Где-то 9650. Ну, будем считать. Для круглого числа. Тор, так потому что тебе еще Соника проходить. И у тебя как раз таки там уже сколько смертей? 6000 чем-то, да, по-моему? Значит, уже не так много осталось. Как раз на Сонике возьмешь. Эй, ну куда последняя пружинка-то? Тор, да все говорят. Кого не послушай, все говорят, Тор будет больше проходить. Ты прям принципиальный. Все равно когда-нибудь кому-нибудь будешь чем-нибудь должен. Ну, в смысле, обязанности какие-то будут. Блин, ну куда он на второй круг-то ушел? Это сейчас у него плохая траектория была. Если бы я прыгнул, то бы он бы вверх бы полетел, бы все равно убил бы меня. Hey,
Не, просто Тор, как бы я тебя несколько раз переспрашивал, ты будешь проходить больше, если я напишу эту прогу с чатом Твича? Ты говорил, да, буду. Я написал. Теперь ты говоришь, что ты никому ничего не должен. Ну, так вот, видимо. Находишься ближе к нему, просто иди к нему вплотную, перепрыгни двойным прыжком, и всем большим станет просто прыгнуть один раз. Ну, блин, да, сказать легко. Ну, блин. Ну, посмотрим. А что, в четверг будет дождь, что ли? Или это какая-то кодовая фраза? Ой, ну бомба неудобно полетела. Нет, не троллю. А что? Видимо, это что-то очевидное, а я, как обычно, не знаю, да? А почему ты фейспалмишь? Я что, обязан их знать? К тому же, именно это не знаю, другие знаю. А, то есть после дождичка в четверг, это значит никогда, я так понимаю, да? Ну, ты фейспалмишь, значит, если я не знаю, это типа позор или что-то типа того. Ну, Тор, не всегда нужно говорить словами, да, чтобы, то есть, понять смысл. Ну, что это была за траектория? Смайлы же, они же вместо слов специально предусмотрены. Вот это вот тоже было нехорошее. Надо было на месте стоять. Да ладно, я же и проходил эти его траектории. Ну, то есть, как бы, нарандомить можно. Правда, мне нужно 2 раза эту траекторию пройти, это печаль, да. Ну, не знаю, надо что-то с этим делать. Возможно, мне просто не, я не могу Соника пройти, вот и все. Но все равно, знаешь, можно и 2 раза нарандомить, в принципе. Ну, по крайней мере, если так нарандомить в плане, чтобы эта траектория хотя бы не была более удачная.
Да нет, тоже стрим в четверг или когда там хочешь. Мы же не договаривались, когда. Но, блин, ну как бы все равно не через год, да, как бы, конечно. Ну, блин, просто я говорю, что ты сказал, что будет стрим. Вот и все. Как бы я его жду. А дальше уже поступай, как знаешь. Ну чё, изумрудики? Блин. Не, я не знаю, как их было тут замикрить. Как-то слишком неочевидно. А у меня уже больше 1000 смертей, у меня уже 1300 смертей. Куда? А, вот. Блин, я думал проскочит. Вот это плохая была. Это вообще непонятно, что я сам запутался. А, как-то пройти. Блин, ну бомбочка, ну это же не очень, ну блин. Блин, почти. В левый край идешь и потихоньку двигаешь правый конец, ты можешь уже... Ты сможешь увидеть, типа, как прыгать среди этих стрелочек. Попробую этот совет... взять на заметку. То есть после четвертого его пробега надо влево бежать на край, да?
Прикол в том, что когда я стрелочки пройду, я самолет нифига не перепрыгну. Ну потому что я его ни разу еще не перепрыгивал, и я. Это было давно, когда один раз до него дошел. Я не готов как бы к этому. Ну только морально готов, но этого мало. Ой, от взрыва погиб. Единственное радует, что пружинок второй раз не будет, потому что они какие-то рандомные чересчур. Ну как бы, ну не чересчур, конечно, но блин, мне они немножко раздражают. Как-то нестабильно я их прохожу. Даже траектория, по-моему, более как-то логична, чем эти пружинки, блин. Не люблю их. Блин, так и думал. Вот пружинки не люблю, ну, блин, совсем не люблю. Чё-то он как-то неправильно полетел. Ну, это совсем неправильно. Но спидранеры, они это... стреляют, наверное, в него, когда он по траектории-то летает своей. Они каким-то образом, видимо, разворачиваются и стреляют в него. Но это надо вообще скилл прокачать, офигеть как. Ну что же он такой внезапный? Блин, заснул. Эх ты ж. Перехитрил он меня. Sometime.
На самом деле, мне кажется, еще неизвестно, что проще пройти Соника вот как просто, да, пройти, или как спидраннеры, то есть до изумрудов его уже убить. Я же так понимаю, спидраннеры до изумрудов его убивают. Пятьсот смертей? Кошмар какой. Ух ты ж, он сам себя это переиграл. Была такая плохая траектория, и он почему-то в меня не попал, хотя я неправильно там отреагировал, но он все равно почему-то меня не убил. Вот это опасно было. Я не знал, что сейчас сделать нужно. Вот это самое противное, когда прямо летит, вообще непонятно. Он разогнался. Блин, ну ступил. Ну, не, я, конечно, не буду таким заниматься. Это надо слишком долго тренировать, непонятно, получится еще или нет. А, ну... Ну, это фиг знает, как тренировать надо.
Рандомлю. Блин. Нет, то, что я его спамлю во время полета, вообще меня никак не отвлекает совершенно. Так что даже если я там не попадаю совсем, ну и ничего страшного. Она вообще меня не отвлекает, поэтому это фигня. Потому что я даже не думаю о том, попадаю я, нет, там специально не целюсь, так что это вообще никак не влияет. Так, в левую сторону идти, я помню. А, я не заметил, я ее вообще не видел. Блин, я ее не видел. Печалька. Ну не заметил, я ее, то есть, не видел вообще, как бы. Это вот верхнюю. Ну куда он? Немного уже позадалбывает первая фаза. Вот хочется, чтобы уже как бы погиб и сразу с траектории начать. Она отнимает лишнее время, я на ней почти не погибаю, ну довольно редко. Не, ну я так думаю, что если этот уже босс мне конкретно доставил, да, то, скорее всего, следующий уже все, я уже... Я и этого-то еще не уверен, что пройду, да, но даже если пройду, то следующий уже, наверное, все. Ну, только не спойлерите. Блин. Ой, ну как, я не перепрыгнул бомбочку, лол. Так это ж пятый уровень. Do this
Не, а я даже не спойлерил себе, как выглядят уровни следующие, какая там музыка, какие боссы, я этого ничего не знаю. Потом, когда пройду, ну, если такое когда-то случится, да, то, как бы, тогда посмотрю уже и спидраны, и рейпы там всякие. Ну, всякое посмотрю. Но это уже когда я сам буду знать всю игру на своем опыте. Так даже интереснее смотреть, потому что ты знаешь, как ты там мучился, и смотришь, как на изиче все проходится. Нет, я имею в виду случиться прохождение больше. Да, я пробовал на работе коллегам, короче, показывал это больше, ну, типа, они вообще не в курсе, да, они, ну, как бы, такое вообще не смотрят и не видели. И, ну, чтобы показать, я вот им ЕЗ режим включал, ну, как бы, вот, и прошел за 1000 с чем-то смертей, по-моему, это до 4 уровня, или даже меньше, не помню, сколько смертей. За час с чем-то дошел до 4 уровня. Но правда тут сказывается не только то, что и ЕЗ режим, но и то, что я уже проходил это. Ну вообще скажу, даже дело не в автострельбе. Дело скорее в розовых платформах. Хотя вот, да, боссы мне показались неинтересными вообще. Я не думал, что будет настолько. Например, в Рю этого летуна даже я не видел. Марио даже этих молотков не видел. Ну, это да, это не очень. Странно, а как это возможно? Я же его спамил как только во все моменты, когда только можно. Странно. Где там еще его можно заспамить аж на 40%? Или на сколько там? Ну, короче, блин. Или я так плохо спамил просто. Ну, блин, ну кнопку я теребил достаточно. Ну куда он развернулся? Что это было? А, не все моменты ловил? Да ладно, где там еще? Ну допустим, когда он выпрыгивает из-под земли, там можно чуть-чуть
получше, чем я. Но не настолько, чтобы добить. Хз. Да что, я что-то расклеился. Ух ты ж. Я двойным прыжком прыгнул, а он еще выше пролетел. Да ладно, взрывом убило, ну что это? Блин, там был выбор, либо от взрыва умереть, либо от Соника. Потом прочитаю. Ну блин, а, не, все добил. Печалька. Не, ну я-то верю, ну просто я там пытался, вот то, что я писал в начале, там оно вообще для меня показалось нереальным. Вернуться от первых его хадукинов не с краю экрана. Да что же это было?
А че не на рейпе проходишь? Так, уже больше 100 смертей за сегодня. Наверное, завязывать пора. В самом начале, ну, мы так и думали, Сторм. Что он в самом начале где-то берется, скорее всего. Мне всегда интересовало, как о таких вот загадках или каких-то секретках узнают игроки, вот которые совсем нереально отгадать. Ну то есть, ну нифига сам ты не догадаешься до такого. То есть это кто-то все-таки догадывается каким-то чудесным образом или хакают игру? Ну типа, чтобы узнать. Или там, может, разработчики сливают инфу. То есть если даже в старых играх такое было. Там даже на NES, на Sega такое было. Например, вот Тор знает, в шестой финалке там найти синего дракона, но это же пипец просто. Но это невозможно. Учитывая, что это секретка, даже по механике никак все остальные, в том числе в предыдущих частях, такого никогда не было. Ну вот, и как вот об этой секретке, вот в финалке, да, как они игроки узнали? Я не представляю, это же невозможно. Если только, ну, тупо случайно, каким-то образом, вообще рандомно нажать на этой клетке кнопку, ну, это просто, знаешь, типа случайно палец упал на кнопку, и ты как раз был на этой клетке, да? Ну, типа того, ну, что-то я сомневаюсь. И чтобы кто-то ходил, тупо искал по всей абсолютно карте, на каждой клетке что-то нажимал, это тоже даже не очевидно, потому что не очевидно, что вообще там надо было искать секретку, нажимая на кнопку. Как бы нажимать на стены, еще да, но нажимать на воздух,
Такого не было, поэтому там даже вряд ли кого-то в голову пришло такое искать. Я бы скорее поверил то, что вообще авторы забыли добавить этого дракона, чем то, что он так спрятан. Ну вот и как об этом стало известно? Ну, походу разрабы слили эту инфу. Либо хакнули, посмотрели в памяти, где он находится. Да, ну нет, Тора, ну как-то вообще... Ну там, по-моему, нет логики. Я пытался там понять логику, нет, там, по-моему, нет логики. Непонятно абсолютно. Ладно, там хотя бы какой-то был бы... Ну, какой-то выделенный пол, или какой-то там, не знаю, предмет стоял, или... Ну, хоть какая-то логика, но почему вот... жесть вообще. Или хотя бы просто в стене, да? Какой-то даже обычной стене, и то это было бы уже нормально. Ты и так обычно во все стены тыкаешься, да, там, ну это нормально, привычно в финалках. Но, блин, вот это просто меня настолько поразило. И это не единичный случай, в разных играх такое есть. И в 2D, и в 3D. Или там, знаете, бывает, типа, сейчас не могу привести пример, но типа надо там в определенное место там сходить там два раза там, или три раза, или там... Или там поговорить сначала с этим персонажем, потом с этим, потом с тем, в определенном порядке, например, да? Или, ну, что-нибудь такое вот. И причем там, как бы, по самим этим не поймешь. Вот это вот вообще, я не понимаю, зачем такое. Не, причем, если бы это как-то понятно было, объяснялось, почему я должен сходить туда 30 раз, потом туда 2 раза, да? Но вот если это тупо вот как бы не объясняется, то это странно. Да, Тор, так причем ладно бы, если бы мы хотя бы мы знали, что секретка в финалке может быть на пустой клетке, да, то есть не на стене. Это бы уже хотя бы, как бы, ну, не сказать, что упростило бы, да, задачу, но хотя бы понятно, что она, в принципе, может быть на пустой клетке. Ты можешь хотя бы начать искать по всей карте, но, блин... Мы-то, не зная, думаем, что секретки могут быть только в стенах, либо в каких-то предметах, типа столбов, там, трона, еще чего-нибудь, да? Вот в этом самая соль, что... Откуда ты знаешь, что вообще можно искать на пустой клетке? Ну, блин. Да. А, еще есть игра, это Кастельвания какая-то на Неси, по-моему. Ее еще EVGN обозревал. Как раз таки он про это, и оттуда я и узнал этот прикол. Там, в общем, до определенного момента доходишь, и все, и непонятно, что нужно делать. Нет никакого ни выхода из уровня, ничего. И там, короче, фишка в том, что нужно дойти до одного места в уровне, там, возле стены встать, нажать присесть, и сидя, просто ничего не делая, нужно просидеть где-то секунд что-то 7, что ли, и тогда прилетит ураган, тебя заберет на следующий уровень. Как до этого догадаться, лол? Там ничего подобного никогда не было, никаких обозначений тебе, никаких подсказок вообще нету. Да, Саймон Квест.
Вот опять у него эта атака дурацкая. Но я честно скажу, я ни в одну из кастований не играл вообще никогда. Не знаю, почему-то так сложилось. Хотя об игре знал еще даже когда у меня не было компа, но почему-то я в нее как-то, не знаю, не играл. Блин, ну... Ну, не знаю, у меня есть много планов, какие игры пройти. Не буду сейчас их озвучивать. Но, как бы, позже. Надо вначале разобраться, например, с Lost Odyssey игрой. Потом после нее будут покемоны. Ну, в принципе, параллельно с ними уже можно что-нибудь еще... Ну чё, он упорот, что ли? Да нет, Тора, сейчас переведу эти два воспоминания, и все будет нормально. И там останется еще 14 воспоминаний всего лишь. Нет, Тор, но если в конце стрима дают, то это одно, а если в начале или где-то там в середине, ну и это как-то в тему, то лучше сразу, мне кажется. Тем более, если ты это сканишь и переводишь, то идет довольно быстро. Нормально. Sonic the Name, Speed My Game. Ну куда он прыгнул? Ну вот что он такой не очень, а? Блин, ну почти, надо было там не... Ну, я, короче, не важно, что надо было. Возле статуи подождать 30 секунд, вот жесть, да? Да, я заметил, что легкая комбинация. Ну, я-то краб.
Я и легкую комбинацию запарю, и тяжелую. Она легкая только относительно. Как-то он себя нехорошо опять ведет. Давай, speed my game. Ну что за бомбочка, ну? Совсем мало трачу у него, ну. Такими успехами мне на 3 круга надо будет идти. На 3 цикла. Блин. Ну, насчет не за горами, я бы не торопился с выводами. Видишь, как он меня обманывает легко? Sonic the name, блин. Полдня отходил. Вторые пружинки, но это уже лажа пошла. Ну я полторы тысячи смертей уже потратил на Соника. Так что шансы, что я пройду, в принципе, все меньше и меньше.
Поставьте фейспалм в чат. Как шестеренку найдешь в сундуке? Иди за Марио, на котором ты мучился. В смысле, какую шестеренку? Каппа, я вообще не знаю, что такое Каппа или кто такой Каппа. Упор это секретный босс. Как я сейчас-то пойду, если я Соника прохожу? Так если я сейчас пойду куда-то, я же потеряю сейв Соника. Сейчас у него изи траектория. Ну блин, ну у бомбы она всегда не очень. Торт и не торт. Он имел в виду, наверное, что-то другое. Или нет? Ты что имел в виду под тортом? Ну вот, я тоже так подумал. Пакмана в пропасти? Нет. Я вряд ли пойду за секретками до прохождения всей игры, потому что я хочу узнать, сколько смертей я пройду игру. Ну, если, конечно, опять же, ее пройду когда-нибудь. Но это что, это вряд ли, потому что там более сложные боссы, и, как бы... Если этот тоже для меня невероятно сложный, то чего уж говорить. Ну вот, а за всякими секретными боссами и так далее, я пойду уже, если предположить, что я пройду игру. И за всякими секретками, которые повторно. Почему? Потому что если я сейчас пойду в первый мир, да, я начну там тратить жизни. Ну, зачем мне такое надо? Ну какой он внезапный-то, а? Непредсказуемый Соник. Я Соника не могу заспамить тоже. Не, не тоже. Гогибест я тоже прошел его. Блин, а я что-то торможу. Ну, видимо, я ту слоу.
Ух ты, повезло-то мне как. Он прям сквозь меня как-то проскочил. Вот это было внезапно. Абсолютно. Нет, если какого-то босса убить за 15 часов вызывает такое удивление, то я его не буду проходить. Блин. Думал, что сейчас дойду до этого. Speed my game. Блин, зачем? Я видел, что он наверх полетит. Ладно, сейчас еще немного и все, потому что уже что-то глаза вообще пипец. Как у опейки глаза уже. Блин. Too easy. Да, это действительно too easy. Зачем я зацелился?
А кто-нибудь из здесь присутствующих играл в Читамена? Да, я тоже только АВГН смотрел. Лол, что это? Вертел Соника. Не знаю, что-то он какой-то не очень адекватный. Ну, я не понимаю, когда он закручивается, он же все ближе и ближе ко мне. Как там выжить-то? Ну блин, нет, это как-то нереально вообще. Ну хочу еще попробовать. А там, когда закручивают, они на месте стоят или они бегают как-то? А, не, уже что-то не хочет. Ой, ну куда? Слишком я рано влево, что ли, иду? Странно, почему не получается-то? А, стрелять пожестче, да, говоришь, надо? Ну, не знаю. Ты имеешь в виду, когда во время этой фазы, когда он летает, нужно стрелять поактивней?
А гастли очень редко попадает, так что не факт, что то, что я с гастли, это сильно что-то дает. Он же наносит-то всего одну пульку, в принципе. То есть, ну, без гастли у меня было бы там не 40, да, процентов, а, наверное, ну, 45 максимум, да. Не, в смысле, ты говоришь, ты не стрелял, но мне почему-то советуют стрелять. Это как-то странно звучит. Еще один раз до стрелочек дойду и все. Или не, не так. До круглой цифры дойду по жизни. То есть 9900. Как я выжил-то, лол, я уже не надеялся. Да что это за везение? О, нет, все, когда-то это закончится должно было. А я его, кстати, без гастли как раз-таки убивал. Я всех убил без гастли, вот кроме Соника. Но Соника я еще и не убил. Разница, гасты это же не чит, так что, ну хочешь ты без гасты проходить, ну проходи, но игра говорит проходи с гастри, потому что его дали не просто так. То есть проходить без гастли — это создавать дополнительный челлендж себе, а это делать челлендж в такой игре — это вообще безумие, так что... Ну звук-то этот не так часто. Когда я только начинал Соника проходить, да, меня он тоже раздражал этот звук, потому что слишком часто. А сейчас я погибаю уже не так часто, ну как бы, да,
большие перерывы между этим и, в принципе, пофигу. Блин, я думал пролетит. Ой, плохо. Надо было просто влево бежать и все. Блин, зачем прыгнул? Но по-моему не ловит пульки только вот один раз, когда вылетает, остальные разы вроде всегда ловит. Например, когда вот он это... Когда он перед, перед этими, перед изумрудиками вылетает, он вроде бы ловит все, что ему летит. А ты не смотрел, как я доходил разве до изумрудов? Я же в него там стреляю. Я в него там как раз таки и стреляю, когда он вылетает. Да ладно, какие силы, ты о чем? Или силы больше я трачу. Ну почему он так полетел? Too easy, piece of cake.
все. На этом стрим заканчивается. Всем пока.